Привел я сегодня Таню на романтический ужин. Ладно, это Таня меня сюда привела. Предложила прийти. И здесь открывается вид на площадь Каталунии. И можно созерцать закат. Весь город украсили к Рождеству. Тане принесли какао, и нужно самому его замешать, что странно. Я взял себе кофе. Потому что не размешивается. Сегодня я гуляю с Сашей и Русланой, показываю им Саграду. Они сейчас пойдут, кстати, вовнутрь, а я их подожду. Пофоткались? Да нет, сейчас только снял. Не хочу в полке, она сильно расширяет меня. Вот, людей поменьше. Обычно тут такие толпы, чтобы сделать снимок, потому что тут прикольно именно на фоне озера. А здесь местные мужчины, дедушки играют в свою любимую игру. Это что-то наподобие боулинга, но только ты должен кегли и попасть в другие кегли. Обычно они еще играют железными мячиками, такими шарами. О, нормально. Вот такие вот площадки для игры. Походу, сегодня у ребят будет очень насыщенная программа, потому что они вроде бы как приехали на неделю, но оказывается, что уже послезавтра уезжают, а еще столько всего я хотел бы им показать, и нужно столько всего успеть увидеть, что я чувствую, сегодня будет очень насыщенный для них день. Я не знаю, как мы все успеем, тем более сейчас темнеет рано, но это того стоит. Ну капец, казалось бы, зима, а на пляже такая жара. Как всегда, выходишь из дому, кажется, будет холодно. Приходишь сюда на пляж, и тут просто как летом. Люди купаются, в основном голые мужики. Абсолютно голые. И они прям это делают так еще показательно, поворачиваются причинным местом к народу туда. Ой, блядь. Сегодня еще хочу успеть на Тибидабу, чтобы ребята успели увидеть это место, потому что они уезжают уже послезавтра, я вам уже говорил. Приехали на закат, на Тибидабу. А завтра мы планируем поехать все вместе на Монсеррат. Кстати, отсюда эту гору даже видно. Вон она, видишь? Это самая высшая, да? Да, час езды на поезде. Слушай, он говорил, Андору и Францию отсюда видно? Да, можно рассмотреть. Сегодня хорошая видимость, потому что могло бы быть, что ничего не видно было бы. По линии его поднимается. Ничего, все равно на того слоя, слушай, какие виды. Надо было придумать такую высокую эту. Я прям не думал, что настолько высоко можно будет подняться. А это как чердак куда-то на крышу, да, дома, да? Похожая лестница. Фу. О. Фу. Мы считанные шаги поднимаемся на самый верх. Ого, вот это да! Офигенский. Да еще и подсвечивается, да, это Иисус, да. Я так понял. 360 градусов панорамы. Класснейший вид, просто без слов. Я не знаю, как бы вы откомментировали этот вид. Я бы его назвал вид на миллион. Иисус прямо над нами.
все, это самое вид. Ну, такое высокое. Да. Я вам советую не задерживаться. Самый крутой вид будет именно здесь. Наверху и тебе даба, как на ладони, вообще все горы. Монсеррат. Монсеррат, я уже путаюсь. Монсеррат перед нами. Вот там тоже домики, поселки, я так понимаю. Или это Барселона еще? Это все Барселона, это считается, Барселона, да. Прямо в горах. Смотри. Это самая высокая точка Барселоны, виды, считается. Виды, конечно, супер. А, еще же супер, не знаю, как я мог. Мы, кстати, успели почти упритык. Лифт закрывается скоро, через минут 15. Мы могли бы там внизу только добраться. Да, да. И смотрите, прямо возле нас Иисус. То есть мы поднялись прямо к его ногам. Давайте выйдем. Да, нам надо выйти. Привел я ребят на Монсеррат. Сейчас гуляем в горах. Сегодня погода, конечно, похуже, чем была, когда я гулял. Но солнце может выйти. Мы ждем, когда потеплеет. Обратно возвращаться? По горизонтальной такой. По вертикальной такой стене. Давай только аккуратно, потому что выглядит это не очень, если честно. Да ну дальше не лезь, Саш, все. Да, хватит, мы поняли. Саша, не надо дальше. Ты и туда на самый верх залезешь, если надо. Саша, ну все, хватит. Все, все просят слазить. Давай, вылазь, Спайдермен. Я бы уже упал, 100%. Где-то бы заловили меня там в пропасть. Молодец. Да, зачем ты снимала? Где-то ступеньки вниз, а там вниз будет идти? Я бы не понятно. Говорю, что дальше? Он там... А это же, да, походу, кто-то решил все-таки окунуться в атмосферу. Называют. Это, оказывается, люди первобытные. Так, ого, тут, кстати, аккуратно. Да. Потому что можно шаг влево, шаг вправо и случайно там внизу оказаться. Я как космонавт, чувак, ты видишь? В скафандре. Ну нам вот сюда. В смысле? Что в смысле? Так все время надо? Какое все время? Ступеньки вот эти пройти надо. Вот сюда нам. Ну пошли. Не очень удобные. Держись за перилу. Типа. А тут, по сути, ступеньки, но нет перил. Там, где мы шли на подъем, были перила, канат натянули толстый. Новенькие. Угу, уже нет. Смотри, какашки козы здесь, козы. Так я же говорил, что козы с большими рогами. Ну они же не нападают, интересно. Да ну не, они уже так привыкли. Через лес идешь. Угу. А потом уже когда поднялись, там типа инфостенд, нарисованы змеи, там еще что-то. Но мы вообще никого не увидели, да, абсолютно. И это хорошо, что они там вверху это сделали. Так бы вот Русланов не пошло. Сказала, если бы увидела шакала, да? Да, то есть этот стенд как раз... Хорошо, что был наверху. Вот тут, кстати, опасно. Ой, я даже вот так вот сделал как-то. Нам туда? Да. Руслана идет? Пойду. Ну,
Кстати, ты нас догнал, а то как-то поначалу ты сильно отставал. Успеваем. Устал? Да не, нормально. Сейчас уже отличная дорога, идти можно. Тут прям хоть бегай, как горный козел. А тут, кстати, бегают козлы горные. Вот здесь внизу я их видел. Пока не встретился. Да, к сожалению. Угу. На некоторые, смотри, наоборот поднимаются. Да. Этой тропой. Таким будет сложнее так подниматься вверх туда. Я в прошлый раз вообще не заметил, что прямо на фуникулёре, на здании фуникулёра, есть еще смотровая площадка. Смотрите. Неожиданно, да? Слушай, для ленивых можно сюда прийти, если там ноги болят. Да. Посмотрел, и не надо никуда лезть. А, это что такое? Фотопоинт. Здесь автомат, что можно сфоткаться. А вон камера, видишь, сверху? Это такая фотка будет? Да. А как и... А, распечатать же нужно. А, ну что, печатать? И заплатить за нее надо теперь. Так можно бесплатно. Здесь можно самому себе устроить бар. Я тоже хочу. И попить кофе с вот таким вот видом. Понятно. Что? Беднота. Вон, покажи мой кошелек. Осталось 2 цента. Все остальные забрали. Ты забрал все, Саш. На сэндвичи с тунцом, Таня. Автомат нас наебал. Круассан не до конца высунулся. Закинули бабос и все. Так можно сейчас все круассаны высыпать. Да, так что все. Остались мы без круассана. Идемте дальше. Меня бесит такое. Таня курит! Ого! Таня, ты что? Продавали одноразки. Ого! Ты что, не видел? Они хотят, чтобы их покормили. А видите, вон поезд метро прям сюда ездит. Офигенная смотровая здесь. Я сюда еще не заходил. Так что на этом моменте будем уже заканчивать данный выпуск. Если вам понравилась данная прогулка, обязательно поддержите лайком. Также делитесь интересными местами в Барселоне, в Испании, куда можно еще поехать. Обязательно. И до скорых встреч. Совсем скоро мы с вами снова увидимся. Пока. Пока. Мы опять поднялись на крышу этого отеля. Только уже с Сашей и Русланой. Днем тут совершенно по-другому. Ну, классные тут, конечно, виды. Кстати, днем тут не нужно ничего заказывать. Просто крыша свободная. Поднимаетесь на 7-й этаж. Отель Iberostar находится прямо на площади Каталунии. Вход возле Apple Store посередине. Просто жмете в лифте 7-й этаж, и вот вам офигенные виды. Отсюда и Саграду видно. Солнце вышло, потому что пасмурно было с самого утра. Смотрите, как голуби слетаются. И прямо с этой площади отправляются два автобуса в аэропорт. Первый терминал и второй. И, соответственно, они и называются А1, А2. Внизу тут номера и террасы. Вот у кого-то угловая огромная терраса вот здесь. Зашли мы еще на... Блин, протереть надо. Зашли мы еще на одну крышу отеля. Здесь на площади, прямо напротив Катедрального собора. Я взял себе апероль утром. Тань, твоя сумка падает. Не везет. Мы сейчас с ребятами идем в парк Гуэлли. Здесь сплошные подъемы наверх. Другого пути нет. Ватные стали. Адаптировались к подъемам.
Вообще не крепатурит, ничего, отлично. Охуенная лестница. Не заканчивается просто. Вот весь Лиссабон такой. Ну я за Руслану только переживаю, да. Я-то уже. Все походу, да? Кардиотренировки каждый день. Вот мы зашли к боковому входу в парк. Это не главный вход. Вот ребята альпинизмом тут на стенке занимаются. Прям на стенке парка. Стеночка такая. Ну просто потом, может, выйдем через центральный. Угу. С горем пополам нам удалось зайти в парк, потому что как бы на сайте нельзя было купить билеты на сегодня, чтобы его посетить, а на входе при помощи специального QR-кода нам позволили купить билеты прямо на сейчас. И там, блядь, ебанутейший сайт, где нужно вводить все свои данные, как будто, я не знаю, визу оформляю куда-то в строгую страну. И у меня два раза не проходила оплата. Пробовал с одного банка, потом со второго. Потом должна была прийти смс-ка, подтверждение. Короче, у меня оплата никак не проходила. Меня это капец как выбесило. Мы билеты покупали где-то полчаса. В итоге Руслана купила нам билеты. Но мы уже зашли. И сегодня мы побываем в той части парка, в которой мы еще с Таней никогда не были. Потому что обычно сюда огромный поток туристов. И билеты нужно всегда покупать заранее. А мы, как всегда, сюда приезжали, и билетов нет. То есть мы были тут раз пять, и каждый раз нам не удавалось сюда зайти. Пиздец. Одноразку курю. Таня попросила купить ей. Капец, как можно это курить? Мне не нравится. Оно очень сладкое, приторное. И как-то остается... Вообще не сладкое. Остается вообще. Вокруг горла такой налет. Нет, абсолютно не сладкое. Это passion fruit. Да. Короче, они сделали в этот раз полностью весь парк платным. Раньше тут была бесплатная зона и платная зона. В итоге они решили весь план, блять, весь парк монетизировать. И сейчас мы побываем там, где раньше не были. Попугай здесь вообще людей не боятся, выбирает веточки. И он строит гнездо. Нет, в этой не были. Нет. Но в этой не были. Мы вообще на этих лавочках не были. Кстати, эти лавочки специально спроектированы таким образом, чтобы у тебя как бы спина была в определенном положении. Не знаю, насколько они удобные. Именно эту форму лавочек спроектировал Гауди, да и вообще весь этот парк. Ну, типа, вот спина должна быть в правильной форме, если сюда присесть. Не скажу, что это удобно. Ой, блин, я так приземлилась. Thank you.
никогда здесь не были, и очень зря. Кстати, летом тут просто битком набито туристами, и невозможно нигде не сфоткаться, ни куда-то подойти нормально, встать. Сейчас очень даже комфортно. Вот здесь находится та самая известная ящерица Гауди, с которой должна течь вода, все сточные воды вот этого здания, которое позади нас. Вот это здание упитывает всю воду, якобы из его колонн. Вода вот здесь спускается к этой ящерице. И там должна вытекать. И ручка, это нравится.